Девчонки, привет еще раз, да? Как говорится, вообще привет, да? Вот вы мне пишете, вот у тебя муж зимой и летом одним цветом. Вот обратно, смотрите, вот сейчас Беннеты. Смотрите, обратно одел. Вот идем ужинать, да? Я ему говорю, ну, Эстеван, ну, сними вот эту одежду, да, спортивную. Он такой говорит, ай, одеваться, что ли, мне? Я говорю, ну, я же хочу хорошо одеться. Ты опять в спортивках. Смотрите, какую заколочку хочу себе поставить. Да Тиффани, девочки. Смотрите, какие красивые. Это ручная работа. И вот такое. Мне так нравится, девочки. Это вот такое. Сейчас посмотрим, получится у меня поставить или нет. Это, короче, вот такая. Короче, она так делается странно. Сейчас, подождите, я сейчас подниму телефон, поставлю вот так. Короче, еле заставила. Вы такие странные, девчонки. Вы думаете, что все мужики, что ли, любят одеться? Все мужчины, что ли, одинаковые? Нет, девочки. Сколько бы ты там ни говорила бы, ни старалась бы, есть мужчины, которые говорят, одевайся сама, меня в покое оставь. Вот так, как мой муж говорит. Сейчас я удивилась, что он ничего не сказал, что сказал. Ну, хорошо. Ой, сейчас посмотрим, получится или нет. Я уже давно его не одевала и не помню, как даже его... Как-то вот так. Оно вот так, короче, как-то вот так она идет. Или я неправильно обратно поставила. Не знаю, короче, сама не знаю. Ну, вот так. Видите, да? Вот так, я чуть-чуть накрасилась. Я говорю, ну, если мне же хочется одеться, накраситься. Сейчас одену платьюшко. Сейчас посмотрю, что он сперва оденет, девочки. А потом уже я. Он мне говорит, я мужчина. Я в любом наряде, я все равно мужчина. Самое главное, чтобы ты была хорошо одета. Но иногда мне так бывает неудобно, девчонки. Ну, а что теперь делать? Вот такой у меня муж. Девочки, вот эта вещь же есть, пиндюрку, которую я купила. Вот. Ну, вот эту глажку, да? Сейчас посмотрим, как она идет. У меня здесь платье новое есть. Оно уже столько времени... Мы не знаем, как ее... Para algo, seguro. Sí, para colgar la ropa. Venga. Не знаю, как ею пользоваться. Наверное, воду туда наливаешь. Сейчас посмотрим, как она идет. Все. Я чуть-чуть опаздываю. 9 часов мы договорились с Адамчиком. Надо было раньше. Сейчас подождите, я помогу ему. А то будет возиться 3 часа. А ну, это я крею кипара ла планча. Аки ай муча. Это де диенты, то де трету. Клару. Венга, сака отру ята. Сака аппарату ята. Это де вапор. Вот, это я крею ки. Это консепию, то де это. Это соло. Си, ай ки понерле агу аки, но. Como la saca esto? Вот так. Сюда, наверное, воду наливаешь. И como aquí, si echa agua. Por acá, por ahí, por esa boca. Tan poquito. Eso parece. Ага, вот так. Сейчас, вот сюда, короче, воды наливаешь. Сейчас я принесу воды специально. Вот я специально воду покупаю для глажки, да? Чтобы... Ой. Много тоже не буду, у меня только там чуть-чуть. Ну, наверное, какой-то уровень должен быть. А то оно... Ой. И на пол пошел, и туда пошел. Надо так... Так, сейчас налью. И сейчас мы посмотрим. Вот так. Сейчас мы... Ага. Так, сейчас его надо включить. Угу. Пакетик надо снять, наверное. Вот так.
И он вот так идет. Окей? А, подождите, надо в другом месте. Так, в другом месте надо гладить. Вот, девочки, вот это платье мне очень нравится, да? Оно такое симпатичное. Но оно снизу такое помятое, понимаете? Оно новое, еще ни разу не одеванное. Вот я не помню, я его один раз на кофе одела или не одела, вот так и не помню. Я говорю, что на пути не унавесь, но... Наши. Вот здесь карманчик наши. Есть. Короче, оно такое, знаете, вот я хочу его рукава потом отнести в ателье, чтобы мне рукава вот так сделали, ну вот по коду, по коде там, сухой таси. Вот. И мне хочется, чтобы вот это чуть-чуть разгладить, ну чуть-чуть, здесь ну, так сильно тоже не заметно, что оно такое помятое, да? Но все равно... У нас подкладочка. Это я покупала здесь в магазине в одном. Я-то? А еще не вообще надо. А как узнать, она готовая или не готовая? А? Я тебе una tecla, ¿qué será eso? ¿Qué pone? Плюс, минус. Eso, eso. Это вообще для магазинов, знаете, девочки. Вот это, разглаживается. Она вообще для магазинов. Вот я считаю так. Это Арбахор, да? Си, это Сул Арбахор. Она вот, Мас Альто. Она вот для магазинов, я так считаю. Смотрите, как она хорошо разглаживает. Но это не глажка, девочки. Это просто, когда вот чуть-чуть у тебя... Она помялась, вот так, как сейчас я вытаскиваю. Да, раз. Вот здесь у меня, смотрите, складки. На то, что висело. У меня же там много одежды, девочки. И она вот одна с одним. Иногда бывает так, что умнется. Мне нравится. Вот она вот это вытаскивает, видите? Она что-то мучится. Она такое широкое платье. Кохи такие. Де донде кохис? Де шолаку? О, девочки, как у меня сегодня, честное слово. Не хочу ничего говорить, потому что сегодня вообще мне бесит целый день. Так как его день рождения будем сейчас отмечать, ничего говорить не хочу. Но, честное слово, он сегодня прям как будто по моим нервам играет. Специально кого-то говорит. У меня же сегодня мой день, мне ничего не будет. Давай-ка я по твоим нервам сыграю. Вот честное слово. Вот это я вот от души сейчас сказала, хоть могла бы и не говорить. Понимаете, могла бы это не говорить, скрыть, а я не могу. Я вот такая. Так, здесь разрезы. Блин, это не глажка. Человек, который привык гладить, нормально. Ну вот и все, наверное. Вот это тоже сделаю и все. Короче, сойдет. Все равно он не переоделся, он только одел джинсы, девочки, и все. Вот все равно. Я ему говорю, меня потом критикуют. Он такой, мне плевать. Ему все плевать, девочки. Я говорю, оденься нормально. Одень рубашку, одень это. Он мне говорит, да, сейчас делать нехрена мне рубашки. Что, я на свадьбу иду, что ли? Вот так, девочки, а что вы думаете? Это она, да? Ясно. Наверное, надо это... Видите, вот так пар идет, видно, да? Я уже его выключила, пар идет. Я вот так пока покажу. Короче, идем, девчонки. А то если нет, то мне все нервы сделает. Сейчас переоденусь и иду. Сейчас одену этот и иду. Короче, вот так. Девочки, сейчас я точно как дагестанка. Так, как вам показаться? Смотрите. Так, подождите. Я сейчас вот точно Дагестан. Это я в Саре купила. Кожа вывернута. Но, девчонки, мне холодно сегодня. Я не знаю, или я простудилась, или что. Так, смотрите, вот так. Это платье такое. А это вот такой длинный, короче, жакетик такой.
вывернутая кожа, поняли, да? Я думаю, что подходит, нет? Ну, короче, все равно, девчонки, красоту чем испортишь? Это невозможно. Это невозможно. С этим рождаешься или нет? Знаете, это вот так. Сейчас иду. Уже все, наверное, Адамчик заждался. Говорю Адаму: Адам, если ты хочешь проводить свою девушку тоже. Он такой: нет, нет у меня девушки. Я говорю: наконец-таки. А Врата сказал: нет у меня девушки. Была бы, привел бы. Я говорю: хорошо, сынок, хорошо. Не приводи. Так, девчонки, пошла, побежала. Не пошла, а побежала. Не вверх тормашками. Если вверх тормашками, уже не выложу этот кусок. Вот смотрите, подошла сегодня. Подошла сюда и говорю: какая прелесть. Только вот эти заборы, конечно, это потом уйдут, девочки, когда кухня уже будет достроена. Уйдет. Эти заборы уберу. Посмотрите, какая прелесть. Белые розы вышли. Сегодня мы обрезали немножко розы там снизу, да? А то было как-то вот... О, здесь такой запах, девочки. Посмотрите, мои розочки выходят. Вообще прелесть, девочки. Вы говорите, это что у меня? Вот же здесь это тоже же стоит. Здесь же такое солнце, девочки. Вот же у меня сирень на солнышке. Посмотрите, какая благодать, а, девчонки. Не знаю, мне так нравится, девочки. Я вам честно говорю. Ну, потому что, наверное, мне почему нравится, девочки, да? Потому что каждый день что-то делаю. И вот, ну, вижу, да, вот результат. Мои желтые розы. Короче, прелесть, девчонки. Вот так. Вот отсюда я вот так зашла и говорю. Вот так подошла, говорю: Стеван, ты, говорю, выезжай, говорю, сейчас я иду. А вот эти розы прям бархатные, девочки, вот эти розы. Я вот так подошла и говорю: вау. Уже даже ничего не будет видно. Вот будет тенек. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот эти кирпичи, конечно. Но не обращайте внимания. Все будет, девочки. Потихоньку все будет. Все будет ништяковски. Кто-то мне сказал: целый, что-то так цементом все. Ну, девочки, у меня же столько земли. Впереди кому хочется грязью ходить? Я не хочу, девочки. А здесь уже у меня все будет в траве, все будет без цемента. Только вот эта дорожка будет, да? Вот так. А остальное все же у меня не зацементировано. Конечно, я сюда не знаю, девочки. Если когда-нибудь получится так, что у меня будут... Лишних денег никогда не бывает. Ну, достаточно денег, может быть, вот здесь я, конечно, я поставлю этот кафель. Ну, не кафель, вот специальная такая есть вещь. Делают, короче, да, и будет красиво. Но если не получится, вот так и останется цементом. Так, еду, девчата. Еду. О, ухосы гости. Ухосы гости. Еду, мой Адамчик ждет, не дождется. Мою кайтаночку я не показала, девочки. Какая она у меня сегодня красавица. Покажи косички сзади. Чё ты такая? Ай, ай. Моя мама мне вот так делала. У меня так, как у мамы, не получается. Мне вы написали, стиль у нее хороший. Вот мне не нравится ее стиль. Но кому должно это нравиться? Ей, конечно. Вот так. Как она мне говорит: мне тоже твой стиль не нравится. Камни, камни, все блестит. Столько золота. Это все ей тоже не нравится. Ей вообще не нравится золото, все. Но я все равно вот на 11 лет хочу ей цепочку подарить с золотым кулончиком, все. Сердечко там вот есть такие у нас. Если найду вот такой именно, который я хочу, я ей куплю. Если нет, то другой вот от глазика там что-нибудь такое. Хочу цепочку ей подарить золотую. И вот все-таки 11 лет для меня это многое что значит, девочки. Ой, мои любимые, сейчас посмотрим. Адаму говорю. А, я же вам сказала уже, да? Я ему говорю: Адам, если ты хочешь, говорю, да? Вот, сейчас я вам хосы покажу. Так его хотели увидеть. Вот мой хосы, который в сером. Вот этот мужик, который постоянно работает, девочки. Это его дочка, какая красавица. Сейчас я скажу ему кое-что. Какая дочка у хосы красавица. Вот чуть-чуть бы рост ей, да? А старшая, я ее когда увидела, ей было, наверное, лет... Не знаю сколько, 11-12 лет, наверное, когда я увидела старшую дочку. Дочки у него умницы. Одна на врача хирурга учится. Это ветеринария, но algo así, но una медику и la otra también медику, но? Creo que las dos. Вдвоем на врача учиться. А здесь она врача учиться, девочки, это не хутур-мутур, это надо с головой своей. Это не как у нас там, ну, вы сами понимаете. Хотя сейчас не знаю как.
Да, вот я вам что хочу сказать. Вот я дочку ее увидела, я сказала, Хос, это твоя дочка? А она, Хос, и посмотришь, девочки, Хосы тоже очень симпатичные. Просто дело в том, что Хосы очень... Ой, подождите, присунуться. Девочку, когда я Хосу увидела, 11-летнюю, я сказала, Хосы, какая у тебя дочка красивая. Ты можешь ее вот куда-нибудь вот, ну, записать, да? Вот на мисс, на вот что-то такое. Он такой, ой, не знаю, не знаю, не знаю. Жена тоже была симпатичная, но Хосы очень красивый мужчина. У него такие, вот так посмотришь на его черты лица, глаза зеленые у него такие, знаете. Просто он очень отработанный мужчина под солнцем. Это разве легко? Это нелегко. Знаете, с красоты не пить, да, вот, с лица не пить, да. Но все равно хочется, когда у тебя вот мужчина красивый, и это все, это, ну, и приятно, и хочется, да. Но вот Хосе по молодости, мне кажется, был очень красивым мужчиной. Но очень работящий, очень работящий. Жена, я говорю, Хосе, какая у тебя дочка? Это младшая, да? Он говорит, да. Я говорю, вот старшая дочка тоже твоя красивая. Как... И жена сразу, я это сделала, я кого-то. Я говорю, Хосе, говорю. Моя мать говорила, не можешь, говорю, посадить, говорю, этот арбуз, говорю, и ждать, говорю, дыни, говорю. Значит, ты посадил хорошую семечку. Он такой, знаете... Кому неприятно, когда говорят, что у тебя дети красивые? Но у него на самом деле красивые. Вообще я стараюсь всем сказать, да, ой, какая у тебя дочка красивая, какой у тебя сын хороший. Потому что это же для матери, это же приятно. Это же ничего не стоит, девочки, ничего не стоит. Вообще комплимент сказать ничего не стоит. Адаму говорю сегодня, сынок, нам по WhatsApp, да? Вот так подкрутим, мне неудобно ему сказать. Я говорю, сынок, если хочешь, говорю, ее тоже приведи, говорю, с нами познакомь, говорю, это самое. Он такой, я говорю, 9 часов, сперва отправила ему, 9 часов мы будем ужинать, мы тебя ждем. Он такой, в китайский хочу. Я говорю, ну хорошо, в китайский, им очень нравится. Я говорю, хорошо, в китайский пойдем в ресторан. Потом второй пишу, если ты хочешь, приведи свою девушку, с ней вместе, короче, поужинаем. Я говорю, ты не беспокойся, короче, все. Он такой, нет, нет, у меня нет девушки. Я говорю, ну хорошо, раз нету. Не хочет признаваться. Ну, не хочет, не надо, девочки. Значит, так нужно. Значит, не серьезно, девочки, понимаете? Если было бы что-то серьезное, я не думаю, чтобы он скрывал бы ее. Или что-то. Какая-то она сказала. Тетя, я их видела, как они гуляли. Она там впереди собака, а он сзади, говорит, шел, говорит, там с кем-то разговаривал, туда-сюда общался. И тогда как раз Андрей тоже был. Андрей звонил. А я молодой папа, ну? Ну? Антесаир? Да, позавчера. Наверное, сегодня позвонил. Ну, у него, наверное... Девочки, знаете, я вот насчет этого... Хотя он отец, он должен. Он же знает, в каком состоянии дочка и все, что мы переживаем. Но когда я была в Махачкале, мой муж тоже говорил. Но я там была определенное время, там 10 часов ночи, каждый день с ним разговаривала. Да, там хоть по WhatsApp, хоть что-то отправляла. Он переживал тоже. Как там, что там. И я ему отправляла. Но иногда бывало, то один придет, то вторая придет, то это, то с друзьями, то с подругами. И как-то вот даже времени не было, понимаете? Так, сейчас посмотрим, как мой сыночек. Уже сыночек мой не возмущается, когда я его снимаю. Уже ничего не говорит. Ой, я сперва, как он возмущался, девочки. Это был кошмар. Какой у меня вид уставший все равно. Хоть чуть-чуть подкрасилась и все. Все равно вид уставший. Но когда ты... Вот так же, как и Хосе. Рано встаешь, идешь на работу. Хосе же тоже... Я иду на работу, девочки, да, иногда бывает в 4 часа иду. Иногда бывает 4:30 иду, да. Иногда даже и в 3 иду, девочки. Бывает такое, да. Особенно летом. Хосе уже приезжает на своей машине, уже там своим, со своим скотом, да, вот. Это нелегко. Иметь дачу... Это нелегко. У него же еще другая работа есть, девочки. Он так же, как и мой муж, он на пенсии. У него с глазами, зрением. А он раньше КамАЗы возил. На КамАЗах работал. И ему дали, он зрение потерял. Там на какое-то зрение потерял. И ему пенсию дали. Ему дали пенсию. И он... У него пенсия, девочки. У него пенсия. Он работает еще вот там один индус есть у нас. Ну, из Индии, да? Такой при бабках, короче. При больших бабках. Он там земли покупает и покупает и покупает. У него там овечки тоже есть. Там, ну, короче, есть. И
его этот хозяйство ведет. Оленьком апрета. Апрета. Я говорю, этот не дает нам пройти, говорю, потому что. И он у него там, короче, вот как бригадир, потому что этот индус приезжает и уезжает. И он за ним смотрит, за его домом смотрит, и у него там зарплата есть. Еще у него свое же. Свое же. Во вторник у моей дочки экскурсия. Они едут куда-то, не знаю, куда они едут. И, а завтра понедельник, да? Завтра понедельник, но девочки. Завтра понедельник, завтра вторник. Ой, девочки, голова тоже у меня. И это самое. Они едут на экскурсию, да? И надо купить сумку ей. Ой, здесь авария. А, уже все забрали, все. А, да, да, испортилась не авария. Надо ей сумку купить. Ну, этот, рюкзак. Надо рюкзак купить. И это самое. Она там должна, короче, там, ну, там, продукты, короче, с собой. Они на целый день в 5 часов приезжают. В 5 часов приезжают. Вот так, девчонки, короче, иду, нервничаю немножко. Когда своего сына хочу увидеть, я всегда нервничаю, не знаю почему. Я настолько его люблю, но он у меня такой строгий. Он у меня не любит вот эти обнимашки, поцелюльки. Но я все равно делаю поцелюльки и обнимашки. Мне все равно, я ему говорю, сюда иди, обними меня быстро. Поцелуй, 5 поцелуев хочу. Он мне, я говорю, ух, скотина, как будто надо умолять, просить. Он такой, тетя, в моей возрасте уже никто так не делает. Я говорю, ты мне должен делать. Он говорит, почему? Я говорю, потому что я тебя люблю больше всех на свете. Ой, моя дочка зато меня целует. Она всегда была такая. Знаете, когда она была маленькая, я ее ложила в кроватку, да? И вот баюшки ей делала, чтобы она спала. И я ей начинала потихоньку нежно целовать лицо. И она прям вырубалась. Вот честно, вот Андрей не даст соврать. Сколько раз они ко мне домой приходили, Андрей и моя сестра, и жаловались. Она ничего не кушает, она не спит. Уложи ее. Я ее за 5 секунд укладывала. Они так на друг друга смотрели. Но вот она вот как будто моя была, понимаете? Вот я же ее, как она родилась, я же ее с рук не спустила, девочки. А я же ее с рук не спустила. Это же была моя, мое что-то, девочки. Вот что Адам, что она. Адама тоже точно так же. Просто Адам был мальчиком, понимаете? С ним как-то мы чуть-чуть не так. Моя сестра с ним мягкая была, я нет. Он же мальчик все-таки. Моя сестра говорила. Я говорила, ой, Заремка, как я с ним играться буду? Он же мальчик. Она говорила, ну и что? Я говорю, ой, надо было девочку. Я так хотела девочку. Вот. Аллах такой справедливый, дал мне девочку тоже. Я очень хотела девочку. Для меня Кайтана прям вот, знаете, вот поэтому я Андрею многое чего прощаю. Потому что такую мне ласточку сделал. Хотя бы если бы не Андрей, другой бы мне сделал бы моей сестре. Но все равно я так рада. Я так рада. Сколько раз я Щедрому сказала, Щедрый, давай еще одного ребенка. Щедрый даже на это сэкономил. Сказал, нам один хватает. Нет, я больше детей не хочу, говорил. Я моей сестре говорила, давай еще. Она такая, Щедрый не хочет. Мало ли, что он хочет, не хочет, я говорила. Все, короче. Как всегда надутый, как индюк. Как индюк. Он сел. Что-то я его чуть-чуть похвалила, что он не против сниматься. Сегодня мне говорит, не снимай меня. Вот, это моя солнышко. Этот. Ой. Ой. Сейчас я у него спрошу, что он не покакал, не пописил. Смотрите, как они играются. Какие хорошие. Моя маленькая научился с тобой говорить. Мира там, Мира Гясикода, я. Сегодня чуть-чуть людей. Видите, уже чуть-чуть люди стали приходить. Что-то он без настроения, видать, обиделся. Поругался с кем-то, не знаю, что он без настроения, девочки. Мы сейчас заказали, короче, я индюка заказала.
индюка заказала. Здесь все, что хочешь, есть, девчонки. Нам очень нравится. Мы часто сюда приходим. Нам нравится, как нас обслуживают. Нам цены тоже нравятся, девочки. Вот я куба заказала. Это рис такой. Такой рис, знаете, проходят. Сегодня прохладно у нас. Говорю, дочке, сними куртку. Она говорит, нет, не хочу. Это как всегда. Гади-гади-гади-гади-гади. Это всегда улыбается. Подтувачила. Молодец такая. Мой сынок хочет макароны и этот говядину с картошкой. Вот так. 7. Обслуживание, девочки, вообще на нуле, короче. Ну, много людей, наверное. Они уже отвыкли работать, видать. Вот таярины, как всегда. Ну, а цены килограмм, не у момента остались. Так ему? Ой. И кайтаночка тоже принесли. Что-то мой сыночек расстроенный. Я ему говорю, ты не расстраивайся, сынок. Я сразу поняла, что с ним что-то не так. Ага. Смотрите, она за мной. Вот ребенок повторяет все привычки родителей. Это правда. Вот видите, телефон поставила, и вот так, как будто это. Я думаю, что он с ней там что-то не поладил, наверное. Потому что я ему говорю, ты не расстраивайся. Он такой, я не расстроен. Я говорю, сынок, я же тебя знаю. Еще как расстроенный. А я говорю, не она первая, не она последняя, во-первых. Во-вторых, говорю, ты знаешь, что мы тебя любим, что мы всегда с тобой, что мы на твоей стороне. Если тебе что-то нужно, здесь я есть. Тебе что нужно? Ты только мне скажи, говорю. Он такой, нет, все нормально. Так что вот так, мой золотой. Я его не снимаю, потому что он не хочет. Раз не хочет, не снимаю, девочки. Мой солнышко. Все я. Вот это мне очень нравится. Она это хрустят. Они, знаете, на наши чудушки похожи. Но они просто вот и без этого. Они чуть-чуть там мясо есть. Смотрите, как они хрустят, девочки. Вот. Это надо на мукбанг. Ну просто когда отсюда берут, до дома доходят, они же такие мягкие. На мукбанг было бы шикарно. Сыром. Сыр и зелень. Точно, до нашего чуда далеко. Ну вот она мне напоминает просто. Ой, какой горячий, девочки. Короче, вот так. Очень медленно все несут, девчонки. Ну, ничего страшного. Потерпим. Мы же не с голодного края. Вот это называется куба, девочки. Ой, какая это вкусная. Вот это трех вкусов, да? А, ой, Эстевана Кунгамбас. Смотрите, как девчонки делаете. Шикарно. Это очень вкусно. Falta la ternera, lo sabes, no? Con patata. Ага. Ну так, девчонки, очень вкусно. Очень вкусно. Очень. Вот они вот эту сковородку горячую делают. Вот она чугунная. И они какой рис туда ставят, и потом вот этот и какую-то жидкость, да, и вот начинают вот так мешать. И, короче, вкусно. И вот, девочки, он заказал вот это. Я не знаю, как он это заказал, ну ладно. Así, mira. Esto es lo que recuerdo, Наталья. Hablar del ordenador. Вот так, девчонки, сегодня что-то я не знаю. Или я слишком голодная. Короче, поела совсем не знаю. Чуть-чуточку. Надя, никто не хотел. Бомбон. Что ты хочешь, доча? Фрута? Труфа. Труфа, блин. Как ты провела время, доченька? Да? Тебе понравилось? Тебе на комиду тоже время, хо? Он говорит, что ему тоже понравилось. Они не хотят никто, только
Я захотела теперь, и Саван тоже захотел, теперь Кайтаночка тоже захотела. Вот этот торт называется, и этот виски. А это труфас. Энсянь лакара, дуйтас энсяну кулю. Ну, арвес. А, вот так. Короче, она висками дается, мне не нравится. Давай, Кайтан, убери телефон. Видите, какая она послушная? Вот только ей скажешь, она сразу. Но, но мягу там, дай ну-ка. Вот так, девчонки. Все, наверное, на этом закругляемся, девочки. И пойдем уже, наверное, домой уже потихонечку. А он дает ей пробовать. У него вкус. Espera, trágalo primero tuyo. Porque no le mola eso. Hombre, esto tiene su punto. ¿Cómo que va a descartar ya? Escúpelo si no te gusta. На этом, девочки, я вас оставлю. С вами попрощаюсь. Мы посидели от души. Самое главное, фамилия, девчонки. Самое главное, все вместе посидели. Смотрите, все в телефонах. Кайта, она тебе что сказала? Надо чуть-чуть голос повысить, чтобы тебя здесь слушали. Девочки, вам тоже желаю всего хорошего. Вам желаю всего доброго. Вам желаю, чтобы всегда было в семье тепло. И чтобы вам не было нехватки ни в чем. Целую вас, люблю вас, девочки. Пока, мои золотые.